в программе, которую видел я, указанных фамилий я не видел, но опять же, и порядок денный, форуму, и количество приглашенных, порядок выступу, он еще формируется. То есть основная сейчас задача стоит и перед облгосадминистрациями, ну, прежде всего, и перед Донецкой облгосадминистрацией, как встречающей стороной, это дать основные проекты, перспективные проекты, которые мы в ближайшие годы готовы основывать и развивать. То есть даже не продолжать, а положить основу, так, заложить фундамент и с конкретными сроками, когда мы можем их завершить и показать результат.